вас обязательно примет публика, потому что вы ее не боитесь. Вы с нетерпением ждете встречи с ней. У вас не может не получиться, ведь это всего лишь одно из тысячи выступлений, которые ждут вас впереди. Поздравляю вас, вы оратор, ваше величество. И главное, посмотрели видео? А теперь пересмотрите его еще раз и примените сразу на практике все три совета. Какие еще нужны доказательства?